Everyone I've talked to says it's something very, very different and very creative. No problem. A lot of people have very open mouths when they walk inside. Судят потому, что сделано здесь во многом усилиями Андрея Болтенко. Там действительно внутри сложные, очень недежурные придумки. Самое сложное – это сделать минималистично и при этом хорошо. No problem. For me, it felt quite risky because we had some very basic drawings, and you know, I was here last night at 10 o'clock at night, and it was being built. Yeah, we've still got tomorrow to go, but so far so good. Одна из находок – это вот эти экраны замечательные. Мне очень напоминает это такое вот современное течение концептуального искусства, когда на экране можно воспроизводить какие-то изображения. Само место прекрасно выбрано, новый мост, красивое освещение, сам парк культуры. Безусловно, это такое мероприятие класса А. Для элиты очень элегантное. No problem. I actually work for Diageo, and I've been to many of the various different launch parties and things like that across the world. And I've got to say, this is probably one of the best events. Yeah, I'm very proud to be a Diageo employee tonight. Мне понравилось. Это очень современно, и я бы сказал, даже отважно. Здесь удалось совместить такую непринужденную атмосферу, с одной стороны, и с другой стороны, с такой техно-стилем решения самого этого пространства. No problem. Дизайн решения внутреннего и внешнего пространства полностью соответствует нашему пожеланию. Пожеланию отразить дух Диаджио, дух совершенства. Во-первых, само место было выбрано дико удачно, да? Учитывая, что это зеленый театр, да, это всем известное место в Москве. Все наши партнеры и наши гости, которые посетили за эти два дня этот замечательный павильон, отмечали, что ничего подобного ни по стилю, ни по масштабу, ни по энергетике, ничего подобного они не видели. То, что вот такие огромные стены, мы видим, наши бренды представлены очень хорошо, они видны всем посетителям, и это просто здорово. У нас супер напитки, у нас супер презентация, отличные люди вокруг, поэтому я очень рад, я считаю, что это великолепно. Очень красивое мероприятие, замечательный павильон построен для него с потрясающими техническими возможностями. Великолепное просто такое вот сооружение. Жалко, что оно просуществует не так долго. Есть такое чувство простора и какой-то свободы. Много воздуха, очень красиво и возвышенно. Очень нравится, очень ярко, очень необычно.